with my dues. Time after time, after my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of sandwiches in my bed. Отлично, но впечатления, конечно, непереживаемые, не передашь так. Алло, Сям, как впечатление? О, это было просто что-то невероятное. Я массу удовольствий получила. Поездка классная? Да, поездка классная. Ну, там кто стал наш? Здравия желаем. Приветик. Мы прибыли, а где наши? Вот наши. Можете представить? Свет, как впечатление? Круто вообще. Да? Очень круто. Очень круто. Тем более на двух этих катерах или лодках. Это вообще классно. Надюш, как впечатление? Впечатление вообще супер. Классно? Очень классно. Все круто. Стране. Океан. Первый раз вообще на океане. Да? Круто. Ну что, полный вперед? Полный вперед, да. Я давно мечтала отдохнуть. Я даже писала себе в блокноте, я отдыхаю на океане, отдыхаю на коне. Тогда, когда я была не выездная из страны, я писала, я езжу по всему миру, я выездная из страны. Бог сделал невероятное чудо незадолго до того, как я сюда попала. Так это твой образ воплотился сейчас? Да, да. Вау, смотри. Это здорово. Раушан, скажи, как впечатления твои? Я буду это просто супер. Это просто супер. Как апостол управляет этой лодочкой, это вообще, это просто супер. Я, ну, везде много что путешествовала, но я такого не ожидаю. Класс. Спасибо. Спасибо, что я здесь. Спасибо апостолу. Спасибо Виктории. Спасибо всей команде. Спасибо. Класс. Спасибо Богу, конечно. Дема, как впечатление? Впечатление, ты знаешь, вот еду на лодке и размышляю, если бы не апостол, если бы не Бог вообще, никогда в жизни я не попала бы на такие острова, никогда в жизни я бы не плавала на такой лодке. Это просто огонь. Спасибо апостолу, спасибо Виточке, спасибо нашему Богу. We are the